Yamaha XSR 700 заявлен по аукциону 2020 годом. Сделан под скрамблер версию. Нештатный глушитель. Такие как дуги, либо крепление под кофры. Кто как найдет применение. Багажник. Крылья. Бодистайл, цепь, звезда у нас отлично. Зад, резина отлично. Спорка, дуги. Пластиковыми накладками, защита радиатора, мотоцикл полностью на ABS, попереду выработки на дисках практически нет, остаток колодок больше половины, перед резина также отлично, установлены защитные кофры. Нештатные ручки с возможностью регулировки по длину, зеркала, ручки, руль, ветровое стекло. Резина также у нас отлично. Задний тормозной процентов 15-20 выработка, колодки больше половины. Держатель для гаджетов. Здесь два USB выхода. Пульты в прекрасном состоянии. Три ключа, сервис, два обычных. Пробег у него. Шесть тысяч километров. Головной свет также нештатный. LED-лампочка стоит. Если кому-то нужны дополнительные фото, пишем на WhatsApp. Без проблем, все сфотографируем, скинем.